Всем привет, друзья, с вами Влад Капуста. Для вас всех я приобрел аккаунт с рейтингом 111. Это самый мощный аккаунт, который я только покупал. Для того, чтобы вам принять участие, вам нужно всего лишь подписаться на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать любой комментарий. Результаты сегодня в группе Влад Капуста в 10 часов вечера. Да, бывают такие иногда форс-мажорные случаи, когда не успел до 10 выложить, там в 10.30, в 11 выложу. Так что не переживайте, результаты, как всегда, в этот же день. Ну и самое основное, не забывайте выполнять все условия. Если вы пропустили какое-то из условий, то, к сожалению, вас программа не выберет. Всем вам хочу пожелать удачи, ну и хорошего настроения. Прошлый раз, когда я вам показывал кликер, я забыл учесть некоторые детали. Давайте мы еще раз пройдемся по ним. Automatic кликер скачиваем с Play Market, установить нажимаем. Кстати, хочу сказать то, что у некоторых из вас он просто-напросто может не работать, но практически у каждого должен работать. Итак, мы нажимаем запуск. После этого мы переходим в специальные возможности. И тут автоматический кликер. Нажимаем вот сюда вот и нажимаем включить. Окей, подтверждаем. Вводим наш пин-код. Ввели пин-код и после этого можем переходить к приложению. Настройки вы сами под себя уже оформите, а я пока что буду пользоваться теми, которые мне дают. Ребята, выбираем пуск, многорежимный режим. Появляется у нас вот такое вот окошко, которое мы можем перемещать в любое нам комфортное место. Ну и после этого вы просто-напросто добавляете в нужное вам место кнопочки. Например, на камеру можете добавить. Ну вот так вот нажимаем, запускаем, и камера сама будет срабатывать. И, например, сейчас мы убираем это, добавляем еще одну кнопочку, и у нас кнопочка будет нас фотографировать. Вот сейчас посмотрите. Самостоятельно фотографирует нас сколько нужно раз. Ну и с помощью этого кликера вы сумеете себя чувствовать комфортно на рынке, а также проходя события. Просто поставили в нужном расположении кнопочки, и за вас кликер будет проходить все ваши события, которые вам нужны. Большое спасибо Филиппу Волкову за предоставленные фильтры, а также группе FIFA Mobile. Ссылочку на них я оставлю вам в описании. Можете пользоваться, там очень много интересной информации по FIFA Mobile тематике. Думаю, вам понравится эта группа. Ну и, собственно говоря, вы заполняете все, как показано на скриншотах. Делайте все так же самое, фильтр будет работать 1-3 дня, может быть даже неделю, а может быть и больше. Бывает такое то, что перестает работать на следующий день уже, но ничего, я буду для вас стараться делать каждую неделю фильтр топовый, чтобы вы зарабатывали себе деньги и пополняли ваше состояние. Ну и для тех ребят, которые скачали автокликер и не знают, как его настроить на своем мобильном устройстве, я вам сейчас покажу свой предыдущий видеоролик, можете им пользоваться, кайфуйте от него, ну и зарабатывайте 7 миллионов монет в этой игре. Я надеюсь, что вам этот видеоролик остался полезным. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить огромнейшие лайки, ну и писать любые комментарии. А вы смотрите предыдущий видеоролик. Всем до скорых встреч и всем пока-пока-пока. Вы его скачиваете, нажимаете «Открыть», многорежимный режим, нажимаете вот сюда вот, появляется вот такая вот полоса, как у меня. После этого переходите в игру, нажимаете вот сюда вот плюсик, ставите вот сюда вот эту кнопочку, пока что мы обновим, вот сюда вот нажали, кнопочку поставили, после этого еще раз плюсик, на выкуп, нажали выкуп, после этого кнопочку на далее. Еще одну кнопочку вот сюда можем поставить на всякий случай. Если ошибочка будет, далее нажали. После этих действий вот сюда вот нажимаем. Еще один вот сюда. Вот сюда вот. И обновить. А теперь нажимаем вот так вот.
и вас будут покупать самостоятельно всех игроков. Кликер самостоятельно покупает всех игроков, которые вам нужны на рынке. Это самая легкая тема, которая есть в нашей жизни. Все делает самостоятельно. Вы не должны прилагать себе усилий никаких.